звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова впервые стала мамой. Актриса родила супругу Артуру Смолянинову сына. Дарья не засиживалась в декрете и уже через 3 месяца после родов снова начала работать в театре имени Ермоловой. Актриса старательно оберегает семью от внимания прессы. Даже имя наследника она до сих пор держит в секрете. В Инстаграм 25-летней артистки с трудом можно найти совместные фото с супругом, а снимки сына – это вообще табу. А поклонники Мельниковой очень удивились, когда та опубликовала фото 2 мальчиков. Кстати, этот кадр она подписала: «Почему так больно сильно? Мать!» А подписчики теперь гадают, какой же из малышей сын Дарьи и Артура. Ну да, тут, конечно, не определишь. Дарья Мельникова и Артур Смолянинов познакомились на съемках сериала «Гетеры майора Соколова». В 2013 году пара сыграла свадьбу. Церемония проходила в строжайшей секретности. Влюбленные пришли в ЗАГС в обычной одежде и зарегистрировали свой брак без гостей и свидетелей. Вот так, по-тихому, по-скромному, без лишнего кипиша, что называется. Кстати, если я не ошибаюсь, именно фильм «Гетеры майора Соколова» стал последней в карьере, в жизни великого гениального актера Панина. И вот, вот так вот он, какой он еще по себе оставил след, кроме кинематографии. Счастливую семью, потому что поговаривают именно, он неоднократно мирил влюбленных во время съемок сериала, который